Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, 3 дня назад, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел сегодня репортажи и вашего канала, и других западных средств массовой информации. Очень эмоционально, но, к сожалению, вот вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуется.